21 октября состоится виртуальный форум по цифровой трансформации The Digital Transformation Forum в партнерстве с Казанским университетом. На форуме будут обсуждаться актуальные цифровые решения для образования и науки в условиях пандемии. И будут попытки сделать оценки, что изменилось, как это влияет на качество образования, как нужно менять метрики образования и, самое главное, какие новые требования мы должны ставить перед цифровыми образовательными ресурсами. Основные секции форума будут посвящены ключевым направлениям Казанского университета – медицине, нефтегазовому делу, инфокоммуникационным технологиям и педагогике. Профильные ученые и специалисты, кто занимается в тех направлениях, которые близки нам, чтобы они могли виртуально поговорить с коллегами и выстроить горизонтальные цепочки. И мы очень рассчитываем, что помимо вот такого общего эффекта, это позволит еще не только по общему направлению повысить узнаваемость нашего университета в академической среде, но также и по специальным направлениям, где мы фокусируем наши основные ресурсы. Форум будет открывать ректор Казанского университета Ильшат Гафуров совместно с почетным профессором университета имени Диего Порталеса Джамилем Салми и директором по управлению знаний ТХЕ Филом Бейти. Вместе с ТХЕ нам удалось пригласить самых ведущих ученых в мире, причем руководителей направлений, отвечающих за внедрение и продвижение цифровых технологий. То есть это означает, что они не только расскажут о своем видении, о своих подходах, но и для нас важно, что они попробуют ответить на те вопросы, которые есть у нас. Республика Татарстан поддерживает это мероприятие. Это и продвижение нашей республики, его ключевых игроков на тех рынках, которые нам интересны. И фактически это обеспечивает, с другой стороны, и продвижение в области инноваций, и коммерциализации важнейших наших проектов. Кристина Надыршина, Фарид Захитаглы, Универньюз.